Дорогие девчонки, это видео я хочу посвятить именно вам. И в нем я расскажу вам, как проснуться красивой и свежей. Если тебе интересно такое видео, то, пожалуйста, оставайся и смотри его до конца. Я вам дам 10 советов, которые должны помочь вам проснуться утром свеженькой, а не как заспанная Соня. Совет номер один. За 15-20 минут до сна нужно проветрить комнату. Это поможет вам получить хороший здоровый сон, а также кислород очень полезен для кожи. Совет номер два. Умывайся на ночь очень тщательно, чтобы избавиться от грязи в порах. Это поможет освежить кожу, а также быстрее ее возобновить на протяжении сна. Также наноси крем тонким слоем, потому что если нанести его толстым жирным слоем, он будет действовать как маска, что не позволит коже дышать. Совет номер три. Не стоит пить на ночь много жидкости, так как это провоцирует отеки. Также лучше держаться от кушания соленых вкусняшек, потому что соль задерживает воду в организме, что тоже провоцирует мешки под глазами и опухлость лица после сна. Четвертый совет. На ночь желательно принять ванну с солью. Это помогает расслабиться и вывести все шлаки из организма. После этого можно нанести увлажняющее средство на кожу. Излишнее употребление кофеина очень бодрит, поэтому старайся не пить кофе и чай после 16 часов. Также не рекомендуется принимать алкоголь и курить под минимум за 4 часа до сна. Шестой совет. Не заплетайте на ночь тугую косу и тем более не фиксируйте ее резинкой. Волосы должны отдыхать, так как и вы, и ваша кожа. Поэтому лучше всего ложиться спать с распущенными чистыми волосами. Седьмой совет. Для сна нужно выбирать очень хорошую подушку, чтобы она была не сильно высокой и не мешала вам ночью спать. Также лучше всего спать на спине, потому что сон на боку или на животе провоцирует отечность лица и могут оставаться красные некрасивые мятины от подушки на коже. Совет номер 8. Утром лучше всего принять контрастный душ, чтобы освежиться после сна. Лицо лучше всего умывать прохладной водой. Также можно нанести какое-нибудь хорошее увлажняющее средство. Если вдруг появились синячки или отечность под глазами, их очень легко убрать с помощью свежего огурца, прикладывая его в область вокруг глаз, или с помощью чайного пакетика. Совет номер 9. С утра лучше всего побаловать себя зеленым чаем с лимоном, а также добавить сюда несколько кусочков шоколада, чтобы поднять настроение, и вы будете бодрыми на протяжении всего дня. И последний, 10-й совет. Счастливые и любящие люди спят крепче и лучше, поэтому спите со своими вторыми половинками и будьте счастливы, потому что счастливый человек некрасивым быть не может. Вот все 10 советов, которые помогут вам оставаться свежей и красивой на протяжении всего дня и, конечно же, с самого утра. Поэтому воспользуйтесь этими советами и напишите мне, помогли они вам добиться этого результата или нет. Если вам понравилось, конечно же, оцените мое видео и до скорой встречи. Пока!